холодно на улице, да? Прохладненько, прохладненько. Сейчас я пойду это, сейчас. Вы одевайтесь, давайте. Вот так же надену. Холодильник пуст. Ничего не работает. Моя дочь Мария. Бабушке нужна помощь. Однозначно. Я не знаю, как ей помочь. Я беременна, у меня 4 детишек. Я не знаю. Ужасные условия, конечно. Причем она их не видит, эти условия. Я пришла, она сегодня молится. Забираю ее на операцию. Не знаю, сделают ей добро. Это она тут слушает радио, какие-то новости. Просит приемник, чтобы... Очень печально. Пожалуйста, не будьте неравнодушны. Помогите, кто чем может. Вот она слепая, глухая, полезла куда-то. Зачем-то. За курткой какой-то. О, господи, несчастная женщина. Да причем она говорит, что у нее полы блестят. Да, блестят от жира, наверное. Страшно, конечно, страшно.